нет. Хомуты и какие паспорты? Чего там? А на кой он мне? У меня паспорт господний. Что за тон? Не надо мне другого паспорту. Идите в Жигулевские горы, черту. После такого заявления хук, известный вы мореплаватель Кук, погибший на Сандвичевых островах, погиб бы вторично в наших местах. В Жигулевском райском городке. Погиб бы раскритикованный в пух и прах бабами и таксистами с матом на устах. Облаян бы был собакой породы русский той. Да так, что полный отстой. Ответ простой. О, так бывает в Жигулевском конечном разливе. Паспорта нет. О, хомуты. И какие паспорты? Чего там? А на кой мне он? У меня паспорт господний. Что за тон? Не надо мне другого паспорту. Идите в Жигулевские горы к черту. Чего там? А на кой мне он? У меня паспорт господний. Что за тон?